Наверное, не знаю. Ну, сейчас наберем. Шершова 7, вот 7. 7. Сейчас набираем место. Ну, домофон трочный. Да что ж не туда, вот он седьмой. Как-то это заговорили луганчане. Ну, программа такая. Оказывается, если перевести на доллары, то Луганская область получала в дотации 20 миллиардов долларов. От кого? От государства. Дотации? Ну, в переводе на доллар там 10. Это во время Украины? Нет, уже при Союзе. Или еще при Союзе? При Союзе. А как же тепловозостроительный завод Ленина, сотый завод, шахты? И что? Работали. На дотации. Слушай, они не производили ничего. 95% тепловозов в Советском Союзе выпускалось. Я знаю, так дотация это не только туда. Угольная промышленность датирована была. А, ну это да. У это нас 125 шахт было. 125. И прибыльных шахт не было. Где-то процентов 40, это в лучшем случае она только за счет угля, остальное дотационное.